нас пропускной вот режим. Ну не для депутатов, там руководитель аппарата. Нет, слушайте, у меня заседание дома сейчас. Я знаю, вы имеете право пройти. Все, отлично. Но вход с плакатами, с транспарантами. За это меня накажут мандатная комиссия. На это меня мандатная комиссия накажет. Причем есть мандатная комиссия, есть постановление Думы, в котором вы голосовали в том числе. Вы что? Ай! Вы что делаете, а? Вот эти плакаты, оставьте их приходить, Николай, Николай. Еще раз, не устраивай цирк, откройте мне дверь. Мандатная комиссия будет разбираться, нарушил я или нет. Но не вам решать сейчас за всю Думу. Да это не ваше дело, ты что мне тут давать? Есть документ, дверь мне откройте. Дверь мне откройте. Николай Ильич, оставьте плакаты. Дверь мне откройте. Еще раз говорю, мои документы к Думе. Дверь открыта. Все, отлично. Пехоту уберите. Это охрана, Николай Николаевич, а не пехота. Покажите, что за плакат. Я не, это просьба или требование? Нет, просьба. На просьбу я отвечаю отказом на просьбу. Еще есть еще вопрос ко мне? У нас ребята... Еще раз, на просьбу я ответил отказом. Я уже услышал. Откройте дверь мне. На каком основании? На основании того, что я депутат, имею право и обязан присутствовать на заседании Думы. Меня что, не пустят? Есть регламент. Я хочу пройти. Без плаката. Я без плаката. Свободно. Все. А за вами... А при чем тут за мной? Вы что делаете? Вы вообще охренели, что ли? Это что такое? Вы что делаете, а? Дайте я выйду отсюда. Да вы просто все охренели здесь. Да отойдите от меня, не будет больно. Вы что меня в углу зажали? Дайте я выйду отсюда. Да вы что делаете? Дайте я пройду, еще раз говорю. Открывайте дверь. Дверь закрывайте, все. Это не вам решать. Нам решать. Вы что, закон в последней инстанции, что ли? Давайте, все, дайте я пройду. Все, хорош. Еще раз говорю, хорош, все, вы... Да не оставлю я ничего, это мои документы к Думе. Николай Николаевич, не пугайтесь. Еще раз, дайте я пройду. Я депутат, я имею право пройти. Откройте мне двери. Оставьте это все, не проходите, ради бога. Николай Николаевич, оставьте плакат, ты проходи. Вы посмотрите, что там происходит. Я подпишался на улице. Что ты? Ты чуть меня не повезли. Не пускай. Вообще, кто с головой попал, говорит. Надо отказаться за то, что мы занесли по регламенту. Они что там? Что там такое творится? Меня почему зажали? Вот это да. Не, ну вообще не пускают. Вы что творите вообще? Нет, это у нас сейчас получается. Нет, я не знаю, что у вас. А я почему не могу войти на Думу? Объясните мне. Я почему не могу войти на Думу? Да почему мы не можем зайти на Думу? Тут дерьмо делаете, то это вы вообще что творите? Серьезно, Прокоп? Заседание Думы началось, да? Я здесь полчаса сейчас стою, слушаю ваш бред, вот этот, который вы навыдумывали. Это депутаты не могут пройти дерьмо заседание. Это кто дал такую команду? Кто дал такую команду, я спрашиваю? Пусть мандатная комиссия решает. Кто команду дал не пускать, объясните. Если даже регламентная комиссия, мандатная группа вам запретит, допустим, закроет, ну, выключит микрофон или лишит слова за нарушение регламента, вы же не соблюдаете эти условия. Поэтому это наше право и ваше право доказать. А ЧОПу кто дал команду? Ничего. Значит, ЧОПу можно сбить, да? Может, сил к нам применять, да? Кто вам применил силу? Вот это видели, ребята, крепкие на спецобъект. Вам видел показать? Вам никто, вас никто не бил. Серьезно? 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 У вас очень силу к нам никто не применял? Не применял. Вам видел показать? Нин Дмитриевна, принесите контракт. ЧОПа. И выберите статью. Вы нас не будете люди. Слушай, я уже говорил, когда я вступил, я хочу выступить. Да, вы говорили, да. Принципиально. Оно и видно. Очень принципиально. Приспособленцы. Не воспитали как нас таких, как Роберт. Вся партия такая. Ветер подует и разрастет. Так, давайте перейдем к вами на работу. Так, пожалуйста. Вы право организовать. Вы успокойтесь. Вы что сделали? Ваш право не можете. Мы сейчас дадим слово регламентной комиссии. Серьезно? Да. Ваши команды регламентной комиссии? Так, да. Я не скажу, что мы посмотрим. У нас теперь регламентная комиссия здесь бал, правильно? Охрана находится. Так, коллеги, пожалуйста, не надо устраивать кричание. Мы не можем начать заседание дома, пока депутаты не сядут на рабочем. Николай Николаевич. Николай Николаевич, ну не попугайничайте. Смотрите на вопрос. Мы будем нарушение закона. Садитесь. Присаживайтесь. Вы так не заметите или нет? Сядьте. Да с какой радости сядьте? Да какой радости? Займите рабочие места, пожалуйста. Вы себя соответствующие вообще нести можете? И это вы на то соответствующие? Да, сядьте, мы сейчас будем отвечать. Обращаемся к регламенту Саратовской областной думы.
который принят и утвержден. Статья 36, пункт 5. Я прошу всех занять свои места. Пропуск в зал заседания областной думы и обеспечение общего порядка в соответствии с настоящим регламентом осуществляют работники аппарата областной думы. Вход в зал заседания областной думы с плакатами, транспарантами, мегафонами и иными звукоусиливающими устройствами в случае отсутствия соответствующего разрешения председательствующего запрещается. Да, и... Это регламент. И что это повод нас бить на вас? Сиди, дальше, не отвечай. Вы что, тут невоспитанный какой? Государственный контракт. Открываем обязанности исполнителя. Контракт непосредственно с нашим частным охранным агентством. Третья статья, пункт 3.3. Исполнитель обязан не допускать пропуск в зал заседания заказчика во время проведения массовых мероприятий лиц с личными вещами размером 40 на 50, а также с плакатами, транспарантами и иными средствами наглядной агитации, мегафонами и иными звукоусиливающими устройствами, бытовыми приборами, аудио-видеотехникой, коробками, чемоданами и другими предметами, на внос которых отсутствует разрешение заказчика. Это государственный контракт, заключенный непосредственно между Саратовской областной думой в лице председателя и частным охранным агентством «Омега-98». Охранник, позвольте, я буду отвечать. Охранное агентство действовало в соответствии с государственным контрактом. Если вам нужна статья распечатка, поэтому пункт 3.3. Пожалуйста, вот регламент, закон Саратовской областной думы, вот госконтракт. Что еще нужно вам? Поэтому, по условиям государственного контракта, видя о том, что вы несете плакаты, не пропускали вас, Александр Юрьевич, о том, что это плакаты, мы сейчас... Скажите, пожалуйста, кто определял, что... Снимай. У нас с вами такие святые темы, борьба с ковидом, а вы здесь занимаетесь детским садиком, я вам хочу сказать. Неудовлетворенное эго у вас здесь. Вы понимаете, люди сейчас больницы болеют. Я не могу сказать. Да, вы сейчас хотите ее отвечать. Выделяем деньги на ковид, на больницы, на тесты. И вы, срывая, вы против людей, против жителей Саратовской области. И если вы сейчас будете срывать, я хочу, чтобы все с меня это засняли. Как ведут себя коммунисты на заседании Саратовской областной думы? Микрофон включите!